Она вернулась. Пора валить отсюда. Эй, Джо, спасибо, что разрешил остаться у тебя, дружище. Да-да, конечно, нет проблем. Дома для меня небезопасно. Теперь, когда она там... Кто? Не бери в голову. Чувак, зацени. Меня официально посвятили в сан. Я священник. Сертификат посвящения в сан священника, выданный Народной Церковью. Тут, наверное, непроизносимый «Р». Джо, на нем пятно от стакана. Да нет, это просто... Не уверен, что он настоящий. Вместо подписи секретаря просто линия. Это что, секта? Не-не-не, Народная Церковь абсолютно легальна. Да пофиг. Кого ты собираешься венчать? Кого-нибудь. $200 за испачканный клочок бумаги и ошибку в слове. Да-да, секундочку. Эй! Привет. Привет. Как дела? Хорошо. У тебя как? Довольно-таки неплохо. Хорошо, это как хорошо. Ты? Хорошо. У тебя молока не найдется? А то в баре не оказалось. Конечно. У меня есть молоко, заходи. Ладненько. Пойду принесу молоко. Хорошо, я тут подожду. Окей. Привет, женщина. Чё как? Ну вот, у меня тут есть 1%. Хорошо, я верну сразу как... Можешь не возвращать сколько угодно, в смысле до тех пор, пока оно не прокиснет. Ладно. Ага. Спасибо. Удачи. Что, черт возьми, это было? Что? Ну вот это, вся твоя жизнь. Это все одна сплошная нелепость. Мы не разговаривали с тех пор, как вернулись из хижины. Мы были вдвоем и... Она была с тобой в хижине? Да. И кажется, что чем дольше мы не разговариваем, тем больше неловкость между нами. Потом она кинет меня во френд-зону, и что еще хуже, моя жизнь будет кончена. Такое чувство, что мне надо поднажать. Бог тебе в помощь, Джо. Спасибо. Да. Эй, а что делать с этим дерьмом? Да, просто поставь в мою комнату. Народная церковь. Эй! Что хотел? Как оно? Все хорошо, хорошо. Ты за молоком? Да не, все нормально. Ким, я хотел... Может, нам поговорить? Я думаю, мы могли бы сделать это... в Музее искусств. Ты как, хотела бы сходить в Музей современного искусства? Ладно. В смысле, сейчас? Да. Самое время. Окей. Пойду возьму сумочку. Да-да, конечно. Возьми сумочку, и мы пойдем в Музей искусств. Голливуд. Черт. Еще только в Голливуде. Как только я закрываю глаза, я вижу ее. Нужно было убить ее прямо там, в кладовке. Но официант... Я даже не могу произнести ее имя. Она не такая, как все. Было что-то в ее глазах, и я увидел это снова на станции метро. Безумные глаза. Оставаясь здесь, я слабею, становлюсь мягче. С каждой минутой, что я на месте, она становится ближе. С каждой минутой, что я слабею, она становится сильнее. Стены сужаются. Вот шлюха.
Кто, блядь, такой? Кто заплатил тебе прийти? Я Ли, друг Джо. Мы виделись с тобой раз 100, как минимум. Ничего об этом не знаю. Ладно, закрой дверь. Окей. Что с тобой, мужик? Тебя кто-то преследует? Я могу помочь. Я с таким сталкивался, так что могу быть весьма полезным. Нам нужно найти место получше. Шевелись. Место? Да, хорошо. Ясен пень. Это очень круто. Да, очень круто. Просто великолепно. Рада, что пошли? Да. Ладно, слушай, мне нужно кое-что тебе сказать. Я бы... сходил на ланч. Ты голодна? Ну да, можем поесть. Здорово, дамы вперед. Здесь у нас выигрышная позиция. Возьми это. Чего? В своей жизни я совершал поступки, о которых нельзя говорить вслух. Когда она придет? Нет, нет, я... Она придет. Ты должен быть готов. Держи. Ладно. Он заряжен? Да. Можно выстрелить? Да. Прямо сейчас? Да. Руфия! Ким, мне нужно спросить кое-что. Спрашивай. Хочешь замороженный йогурт? Ну, давай. Да? Супер! Пошли за йогуртом. Да. Йогурт! Будет здорово! Может, уже хватит страдать херней? Мне нужно, чтобы ты кое-что сделал. Если я умру сегодня, я хочу, чтобы 74% моего состояния перешли Бермонди Джексону. Кому? Найдешь его. А остальную часть отдай... Мэджику Джонсу, Ти Джей Фрайдис и Кранч Роу. Типа благотворительные фонды? Это рестораны. Море начинки. Ну и было вкусно? Да, очень вкусно. Хорошо, Ким. Мне понравилось в музее, понравился наш ланч. Ага. И этот йогурт. Да. И признаюсь, у меня осталось не так много денег, потому что я все никак не решаюсь признаться тебе в том, что я... схожу по тебе с ума. С самого первого дня, как тебя увидел. Ты как ядовитый плющ из Бэтмена и Робина. Когда она одурманила их, и Джорджу Клуни и Крису Дэниел начали драться за нее. Чё? Ну, у тебя, конечно, нет ядовитого запаха. Это скорее твоя естественная маска, которую я нахожу привлекательной. Не-не-не, не в плохом смысле. Ты пахнешь просто прекрасно. Той ночью я почувствовал, что между нами что-то есть. Когда ты спросила меня, почему я хочу, чтобы ты осталась, это потому что я... Мужик, договори уже. Чел, оставь нас. Понял. Спасибо. Так что ты там говорил? Я хотел, чтобы ты осталась, потому что люблю тебя. Я никому не говорил этого, даже своей маме. Ты смеешься? Это все, на что я мог рассчитывать? Это просто... Я никогда и представить не могла, что я, мы, стоя здесь, ну, знаешь... Я раньше встречалась с парнями и ловила себя на мысли, что не хочу с ними встречаться. Я думала только о Джо. Думала только об этом. В моих мыслях был только ты. Как только случалось что-то смешное, я вспоминала тебя. Да? Никогда не понимал намеков, но это ведь был хороший? Заткнись. Стоять! Не двигаться! Ли, это я, Джо! Да насрать мне, кто ты! Что происходит? Ждем. Чего? Я не знаю, но выстрелю вам прямо в рожу, так что не с места! Сейчас мы пойдем в спальню, так что не беспокойте нас, понятно? Чисто. Просто расслабься. Дыши. Вот так. Привет, Энди. Привет, официантка. Ты та официантка из ресторана? Отпуск закончился, сука. А это еще кто? Эй, эй!
Что? Никогда не трогай волосы черной женщины. Так это правда? Да, блин. Открой дверь. Кто эта беременная сумасшедшая с парнем на мушке? Тихо, я только что уложила ребенка спать. Ты начала орать, как только вошла сюда, официантка? Да, я тебя тоже узнала, макаронный мальчик. Этот ребенок в животе уже на 3 месяца дольше, и он не покинет мое тело, пока не увидит своего отца. Отца? У нее нет никаких доказательств. Я была девственницей, забыл? Так ты не официантка? Здесь я нахрен задаю вопросы. Эй, священник, венчай нас. Народная церковь. Заткнись и пожени нас прямо сейчас, сукин ты сын. Не жени нас. Я не буду жениться на тебе. Я пообещал себе никогда этого не делать. Лучше просто убей меня, ясно? Просто убей. Я люблю тебя, Энди, но я выстрелю. Пристрели меня. Давай. Прощай, Энди. Нет. Ли? Энди, хочу, чтобы ты знал. Я люблю тебя. Я не гей. Кто этот парень? Это Ли. А, тот с крыши. Ну, молчать. Не важно, кто это. Будешь жениться на мне? Женись уже на этой чокнутой. Никогда. Ладно. А как насчет этого? О, черт. Не делай этого. Джо, пожени нас. Пожени нас скорее. Я могу лишиться своего члена. Я бы тоже не хотел терять твой. Все, что я делаю, включает мой член. Да, это очень важно. Я писаю каждый день. Я трачу как минимум 2 раза в день. Я знаю, я постоянно пользуюсь своим. Я сейчас выстрелю. Она стреляет. Хорошо, я обвенчаю вас. Я обвенчаю вас. Правда? Да. Правда. Это самый счастливый день в моей жизни. Убойная свадьба. Я так счастлива, что описалась. Нет, это у тебя воды отошли. Давайте отвезем ее в больницу. Average Joe, some guy you know, Joe, average Joe, average Joe, average Joe, average Joe.